Зоречка ранняя. Сейчас выходим на наше место. Солнце встает. Выход. Все. Вышел шарик. Погодка отличная. Начнем рыбачить. Закрыха готовится. Видео. И что, ты поднажимай на кнопку? Жарко.
рыба опять болеет. Ну, будем надеяться на лучшее. Thank you.
Опа, давай, 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 давай. Взял. Да. Угу. Блин, я тоже так хочу. Ну, тоже на судака таким жизненным выплывал. Или зацепился? Холосты надо, холосты по-любому. А, зацепился, походу. А сейчас подумаю. Бачишь, отвязывает. Там же, наверное, дороги снасть. Конечно, сюда. Винтем. Стасян, завтра. А, что это? Завтра с утра лодку качаю, понял. А возможно, дивися, під саку достає, блядь. Вот это, наверное, мощно. Гіганта за. Треба сразу розлажувати під саку, все, що ж він зараз на ходу. Батьків включив. Серйозно, парни. Диву як. Може і сомік даже. Розворачуй нам, да. Може так щось знімає. Подлогу ух, ніфіга себе. І що ж це так делать? Мода дивиться. А, так ви вже вдвоєм його тягнете. Ні, у мене стоїть. Ну що, посильний. Давай. А як він ходить? Тоже нічого. Мы первые. Спасибо. А это нормально. А я там не знаю. Я захочу подвыться и не хочется карася. Ну да, тут интересней. Ладно. Прыгни, что там. Да, как минимум, как сак. Там у него есть своя. Мора, мора. Да, будем. Та щоб судак так сопротивлявся, що то мало вірить. Може корок. Та корок не буде. Прям под ног. Вот это ж мы тут закормили, вот тут хищник сейчас да. И ходит. Да, 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 да. Серый, это не пил? Не. Блин. Опа, дивы, дивы, только что блеснуло что-то. Все, давай я пошел. Давай, я. Ну, я как под лодку уходил. А так, ну, все, да, давай. Прям под лодку, ну все.
там, куда мы кидаем. Слышь, может, мои удочки вынимать надо, а? Сейчас он и зайдет в них, блин. Вынимай мои удочки. Сейчас будет беда, блядь. И цю, и ту. Ну. На, так доставай. Это может не надо, но туда кину. Бо сейчас и я зловлю его, блядь. А да, тут не надо. Сомик, наверное, блядь. Да не, я думаю, может судак в натуре хороший. Теперь не закинуть, понимаешь? И ты тян. Вот так. Бля. Сошел? Да не, да, по удочке выйдет. Есть? Да, есть, да. Блин, вот это самое ничего. Нервничай, закурил. Я тоже, наверное, закурил. Блядь, а ты там что-то такое? Блядь! Зака, ну, помогай. А что это за удочка? Вторая моя. В смысле помогать? Помогать, что ты помогаешь? Запутался? Вот так. Отделись, попустила. Да. Это парень не закрыл. Коли он его уже там вытянет, я рыбу не ловлю. Снимаю. Интересно ж, блин, ё-моё. Да неужели судака так долго морят? На? А
крокодил, а не судак тогда на. В лодку тягаем. Вытягу надо рыбу ловить. Это легче даже. А да, кистачка там нормально все будет. Я не пойму, что это подсак, а что, так далеко ли ему ВД? Тяжело буду одному подсаку. Ну, походу ж далеко, наверное. А что ж там такое жестко? Да вы сопротивляете. Ну уже на ходу, уже вокруг лодка не ходит, вы бачите. Немного на месте. Козлы. Ну все, опа. Судак. Хороший был судачок. Ламарой его. Какой-то пасак. А что ж там пасак отверни? Ой, та не, глянь. Ты короб, короб пишет. Короб. Хороший, блядь. Умары. Можно ловить. Так, дави, да, блядь, да, на рыбку. На рыбку взял, по-любому. Что, и все? А шо, что? Все, поехал жар. Вот это я сегодня таких котов, наверное, блин, с утра, блин. До берега, он поїхав хвастатися. Чому до тебе веде? Що з тобою? Та подожди, я не знаю, що я буду кидати. Та бери, бери в подсаку. Потім розберемося. Эх, карась противный, наделал делов. Я думаю, что он так тяжелый, да. За бочину. А вот это же я сегодня за бочину, за этот тоже штук 5 вынял. Да. Ты за верхний не будет. Так, мне надо чем-то разобрать. А доведи його так, а то ні. Не заведеш, да? Не заведеш. Опа! Жор пішов, ну. Опа! Держи. Во! Махіна. Это тема. Так. Уже так, опа. Добыча. Красота. Ой, килограмм. 4. Да. Отличный денек. Порыбачили.
супер. Рыбка есть. Все классно. Наш сегодняшний улов. Хорошие карасики.